Добро пожаловать на канал Hardress от Info. Передо мной находится устройство Nokia G21, и сейчас я покажу вам. Сейчас мы вместе с вами будем вводить секретные коды и смотреть, что они из себя представляют. Итак, для этого мы открываем приложение телефон, нажимаем на клавиатуру, и первый код, который мы введем, будет звездочка решетка 06 решетка. Таким образом, мы можем получить информацию о нашем устройстве, то есть номера IMEI, а также серийный номер. Второй код, который мы введем, будет звездочка решетка 4636, решетка. И здесь мы получаем всю информацию о нашем телефоне, статистику использования, информацию Wi-Fi. Вы можете понажимать и посмотреть, что здесь будет. Далее. Следующий код, который мы будем вводить, звездочка, решетка, 225, решетка. И здесь мы переходим в сведения о календаре. Мы можем увидеть здесь различные мероприятия, праздники и так далее. Следующий код, звездочка, решетка, 426, решетка. И здесь у нас будет FCM диагностика. Мы также можем перейти в расширенную диагностику. И последний код, звездочка-решетка, 07, решетка. Это у нас данные SAR-кода, мы также можем что-то узнать. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.